Ребятки, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев, и сегодня у нас сырники, и не простые, а золотые, шучу, а с необычной начинкой. Они точно понравятся маленьким деткам и сладкоежкам. Вот у меня муж тот еще ребенок и безумный сладкоежка, так что ему эти сырники зашли прям на все 100%. Сейчас покажу, как они готовятся, но прежде буквально пара слов о спонсоре сегодняшнего видео. Это интернет-магазин запчастей для бытовой техники. У них самые низкие цены на запчасти для мясорубок, блендеров, соковыжималок, кухонных комбайнов. Под самые разные модели и бренды. Более 1000 наименований. Магазин проверенный, работает уже более 5 лет. Есть 3 торговые точки в Москве и доставка по всей России. Так что, если у вас сломалась какая-то деталь в бытовой технике, обязательно заходите в этот интернет-магазин, чтобы спасти вашего кухонного помощника. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. Теперь, что касается рецепта. В основе самые обычные сырники. Я, конечно, сейчас покажу такой наиболее классический вариант их приготовления, но если вдруг у вас есть свой любимый рецепт, его можно смело использовать. В творог разбиваем яйцо, добавляем пакетик ванилина, пару ложек сахара. Можно просто хорошо перемешать, но я обычно пробиваю все блендером, чтобы масса была равномерной, без зернистости. Затем сюда немножко муки. Добавляйте по чуть-чуть, для начала буквально пару столовых ложек. И смотрите на консистенцию, чтобы из массы можно было слепить шарик и он не расползался. Итоговое количество муки зависит от влажности творога и размеров яйца. У меня ушло 4 ложки. Стол припылили. И теперь наш секретный ингредиент. Это шоколадный батончик. Уже ополовиненный, погрызенный. Я взяла Сникерс и Баунти, но вообще подойдет абсолютно любой. Можно взять и Марс, и Твикс, и Киндер Сюрприз. Да, в принципе, даже и обычная плитка шоколада подойдет, просто будет уже не так интересно, когда оно с начиночкой гораздо вкуснее получается. Батончик на дольки нарезали, отщипнули от теста кусочек, его в такую лепешечку размяли, в центр кусочек батончика спрятали его, чтобы никто раньше времени не обрадовался. В шарик такой вот скатали и при помощи ножа или какой-нибудь другой фиговины его вот так вот подровняли и сплющили, чтобы было аккуратненько и красивенько. Налепили сырничков, естественно, по ходу процесса успели забыть, где с какой начинкой, это нормально, и жарим на растительном масле. Слишком сильно огонь не делайте, пусть он потихонечку вот под крышечкой не жарится, румянится. И все, у нас вот такие красивые сырнички, золотистые, аппетитные. У меня получилось 11 штук, а внутри шоколадная начинка. Я думаю, вы представляете, насколько это вкусно, особенно когда вот, например, шоколад с кокосовой стружечкой, это все такое вот горяченькое, расплавленное внутри сырничка. А когда шоколад с соленой карамелью, орешками, господи, ребятки, я даже не могу на камеру ничего показать, потому что все, у меня нету сырников, они улетели просто в мгновение ока, я успела вот красивые кадры отснять, и до свидания, сырники, все. Ребят, правда, обязательно попробуйте, приготовьте, не пожалеете. Поэкспериментируйте с разными шоколадными батончиками. Это очень-очень вкусно. А у меня на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели это видео, ребят. Всем вам хорошего настроения и пока. Я тут подумала, что я давно вам не показывала котиков, например, Санечку. Санечка у нас уже подрос. Он у нас уже... Он такой вот большой Санечка. Красивый, недовольный. Его потревожили. А тут Вика со своей камерой. И это, видите, какую-то концовку надо показать. Ну что, котики всегда же работают, правильно? Все любят котиков. А это кисочка и рисочка. Да, наша красивая барышня с черным носиком. Интеллигентная мадам. Вообще не любит на руках сидеть. Звезда моего инстаграма. Вот, все, я вам всех котиков показала. Всех притащила. Вырывается. Если что, заходите в инстаграм. Ай, там этих котиков больше.